Сегодня Анатолий получил интересный урок для сравнения. Здесь не было ничего такого плохого, потому что урок обычно это испытание, да, и так далее. А здесь нет. Просто он занимался составлением расписания для школы, для своих учеников. И вот тут-то ему пришла интересная идея. Он расположил дни: понедельник, среду и четверг сверху вниз. Ну, как бы убывают дни, идут вниз, и человек становится все более-более усталый. Понедельник – это свежесть, хоть он и тяжелый, но на тяжелого и свежие силы нужны. И вот тут все нормально. И вот постепенно от вот этого зеленого цвета для понедельника, который он выбрал, ученики переходили через желтый цвет, предупредительный, к красному свету. На желтом свете стояла среда, где у него были занятия в школе. И на красном свете был четверг. То есть все ниже и ниже. Вот три занятия у него, ну не занятия, конечно, это серии занятий в эти три дня. И вот так они располагались. И силы, конечно, и учеников, и учителя убывали пропорционально удалению от понедельника, который считался тяжелым, конечно, но сил было очень много. Дети отдохнули, учитель отдохнул. И вот с этого зеленого цвета через желтый в среду и к красному четвергу, где уже все были уставшие. Но потом, когда он это все сделал и оформил с красками, чтобы ученикам было интересно даже еще и разглядывать это все, кому нужна графика, сколько и когда, и во сколько. А вот игрушка, игра, это да, это интересовало учеников больше всего. Это мы знаем прекрасно. Их волнует колористическая сторона жизни, а не функциональная, циферно-занудливая. Но потом он подумал, ну вот я сделал так для детей, зеленый, желтый, красный, все идет вниз. А ведь светофор-то по-другому показывает цвета. Сверху красный, потом желтый, тут соответствие есть. А потом идет зеленый у светофора-то. Красный, желтый, зеленый. И потом так вот лампочки туда-сюда ходят. Допустим, вверх пошли с красного к зеленому, потом от нижнего зеленого опять наверх. Понятно, это хорошее сопоставление, но оно как бы противоположное сопоставление в оценке цветов. И насколько закономерно для машин такое распределение цветов. Оказалось, что оно очень даже подходящее именно в таком порядке. Верхний красный, потому что верх для машины это всегда что-то напряженное. Ну, скажем, если она забирается на гору, то ей это не больно хорошо. Она, конечно, заберется, но как бы против шерсти этот процесс. Так что она любит низину. Ехать по ровной низине, а не куда-то гнаться. Так что этот верх, верх для машины – это красный цвет. Средний желтый, переходный, он везде так. Переходный и низ для машины – зеленый. Вот там в низине, по горизонтали, она несется лихо, и ей хорошо. То есть, что хорошо машине, то плохо ученику или даже человеку более
в широком смысле. Человек наверху себя чувствует более безопасно, он дышит свежим воздухом, и те люди, которые даже в многоэтажках живут наверху, они испытывают известный комфорт, потому что шум и пыль, которая на улицах, их не достигает. То есть вверх для человека хорошо. А если вспомнить монахов, которые строили свои монастыри наверху обязательно, поближе к небу, ближе к Богу, это все на ту же тему. Так что краски для человека и краски для машины разные, противоположные. Ну, не краски, а распределение их. Все вы понимаете, что хорошо говорят русскому, смертельно немцу. И наоборот. Ну, вот в этом смысле, почему это так говорят? Потому что немец, он в силу своих каких-то четкостей, своей конституции ментальной, он напоминает машину. Настолько совершенно он старается все сделать. А если процесс несовершенен, он его оптимирует, и потом будет уже всегда по короткому этому оптимированному варианту работать. Так что условно немец машина, как бы, а русский человек. Не в обиду, конечно, никому будет сказано. Тут видно, что есть преимущество у человека машины и у человека человека. Вот. Ну, конечно, все это условно, никаких обид не должно быть, просто разный менталитет. И также и здесь, когда мы сопоставляем светофор на улице и мой рисунок для учеников. Получается аналогично. И только наоборот. Только наоборот. Но потом, когда я все-таки еще поразмышлял на эту тему, я подумал, а все-таки я им начертил, а дети порядок цветов будут как-то это тоже запоминать. Волей-неволей, это ненадолго, это всего лишь на установочную неделю, потом это все уйдет, но все-таки у них как бы закрепится противоположный характер цветов нашего школьного светофора, у которого верх зеленый, середина такая же желтая, а низ красный, усталый низ. И вот здесь мне немножко захотелось переделать, не немножко, а именно как-то в одном ключе, чтобы не было, наверное, этой ассоциации, а то они светофор будут мысленно встречать в другом порядке цветов, насмотревшись на мою художественную графику для них. Да, конечно, не должно быть какого-то специального условия, оговаривания, что это вот для вас, для занятий, пусть правильно все и верно, но все-таки эти цвета есть цвета, и светофор для них важней, чем эта интересная таблица, которую я придумал. Таблица, когда расходуются силы от верхнего уровня, свежего, природного, к нижнему уровню, когда их уже не остается к концу недели. Все правильно. И краски правильные. Слава богу, что у меня верхний все-таки оранжевым цветом, а не светофорным красным. Но, тем не менее, здесь вот эти два обратных порядка взаимных для машины и для человека, школьника, они не должны лишний раз мусолиться. Поэтому придется, наверное, еще раз им объявление написать в другом каком-то исполнении, чтобы не было связей никаких между дорожным движением и учебным процессом на неделе.
когда чем дальше в лес, тем больше дров, то есть усталость накапливается. И с этим должны, кстати, и учителя, и ученики считаться. Что почему-то ученики в четверг менее продуктивны, чем ученики в понедельник. Хотя они тоже... День тяжелый, да? Имеют свои проблемы. Но мы говорим о потенциальных силах, которые в понедельник максимальные, а потом плавно убывают к концу недели. В общем, вот такие вот размышления, они меня оживили и даже вот послужили поводом. А зовите меня просто учитель. Учитель, я учитель, и вот стараюсь как-то красочно сделать для учеников расписание, чтобы им было понятно, почему и как. И вот свои проблемы опять-таки возникли вот в том, чтобы не вклиниваться в область дорожного движения. Поэтому я это должен исполнить по-другому, дабы не путать их твердый порядок светофорного характера. Он на все времена, и пусть он так и будет один, неповторимый. И наверху у них, конечно, красный свет, потому что машина не любит вверх. Ох, не любит она этого. А внизу у них зеленый. Машина любит гнать по долине с большой скоростью и радостью. Это у них зеленый свет. Ну и светофор тоже показывает зеленый свет. Ну, кстати, вы заметили, да, что когда мы сверху с красного цвета, не света, а цвета лучше, стоим, машина наша ждет, горит красный цвет, потом на месте желтого возникает не один желтый цвет, а сразу два. Вот это надо запомнить. Горит красный и желтый, и очень короткое время, и тогда машина очень быстро трогается и разгоняется. Очень быстро. Потому что сигнал подготовки очень короткий. Это тоже продумали в органах милиции, органов дорожного движения. А вот обратно, когда вот он спустился уже на зеленый свой цвет, нижняя фонарное образование, которое светит, нижний фонарь зеленый, да, обратно пойдет по-другому несколько. Зеленый, потом чистый желтый выше, да, будет, а потом уже красный. И желтый будет гореть гораздо дольше, потому что здесь как бы заранее предупреждают водителя гасить скорость. Поэтому предупредительный желтый цвет, во-первых, в чистом виде, когда у нас уже идет вверх светофорный порядок. И понятно, что только так и нужно делать. Эти правила светофора написаны кровью, и между красным и зеленым всегда есть прослойка, но эти прослойки разные. Может быть, кто-то этого еще не заметил, не знаю, но я повторю еще разок, что когда мы с красного ждем на нем, идем, ждем, конечно, зеленого цвета нижнего, то между красным верхним, да, сначала загорится не просто желтый, а вместе с красным. И будет он гореть коротко, этот желто-красный, условно говоря, потому что для разгона требуется короткое время. Не то, что для торможения. Итак, вниз понятно. Вверх потом пошел светофор от этого зеленого через желтый, чистый и долгий по времени, относительно, конечно. И опять к красному. Здесь порядок обратный. И желтый имеет другой характер. Во-первых, чистый, потому что очень важно машине от движения перейти к остановке через торможение. Здесь, конечно,
через торможение это и есть желтый цвет. Это и есть желтый цвет, и тормозной путь имеет вполне определенные характеристики. На это требуется время. Поэтому желтый чистый и желтый достаточно долгий. Ну вот и все, сказал наш учитель, что я хотел извлечь из своих сопоставлений. Вот. Но не буду вторгаться я в правила дорожного движения, даже если это и интересное сопоставление, и разница очень большая между учеником и машиной. У них разное понимание верха и низа. Для машины еще раз, ребята, верх неудачен, опасен, неудобен. В гору машина не любит ездить, хотя приходится иногда. А для ученика верх – это начало недели, это потенциал высший, поэтому как бы график имеет там высшую точку, а потом идет постепенно к красному цвету. Ну, у меня он оранжевый, через тот же самый желтый. И все же эти две обратные системы, как бы взаимно обратные, я хочу разлучить. Сейчас я их удачно сопоставил, но чтобы головы учеников не запутались от моих вот этих вот сказок интересных, надо все-таки завтра сделать по-другому. Ну, совершенно независимо как бы от этих вот светофоров и так далее. Чтобы не было лишней путаницы. А то вдруг у них закрепится, что наверху должен быть зеленый. А этого не надо делать. У них должен быть единый образ этих трех цветов, как цветов светофора. И вот первый мой опыт, видите, он оказался и удачным, и неудачным. Завтра же сниму и заменю. Не пожалею времени, в школу еще раз придется прийти предварительно, чтобы объявление поменять. И вы теперь понимаете, зачем. Всего доброго, ваш учитель. Сегодня...